Меня зовут Людмила, и у меня вообще потрясающие результаты. Я пришла в компанию очень с большим недоверием. Правда скажу, ну что такое капельки эти? Я на них посмотрела, купила, правда, и начала пользоваться. Первое, что у меня произошло, буквально, и почему я не работала, кстати, просто приходила и наблюдала, слушала, изучала все, и работать вообще не собиралась. И вот что произошло. Первое, у меня был страшный конъюнктивит 20 лет тому назад. Ну, это лицо вот как шар, красное все, глаз нет, из глаза оттуда из щелочек гной. И я пошла в поликлинику, клиника Федорова вот была там в Эмиратах, да, филиал. Мне его залечили. Это сейчас я понимаю, что мне просто его загнали вовнутрь, потому что мне назначали какие-то лекарства, сейчас уже не помню, столько лет прошло, мази, капли, и какие-то таблетки я пила, и что-то даже вплоть до того, что мне что-то кололи. Потому что был очень страшный, ну, проблема была страшная. Через некоторое время, после приема вот капель, да, Виафтан я капала, что у меня произошло? У меня начали чесаться глаза. У меня начали отекать веки. И я вспомнила тот результат, который был 20 лет назад. Вы представляете, я к векам не могла прикоснуться. Они были красные, они были болезненные, ужасно. И пошел гной из глаз. Вот когда пошел гной из глаз, но самое интересное, я же в офис хожу каждый день. Каждый день меня все видят. Я когда прихожу в офис, у меня сразу, как твои глазки, Я с глазками с этими ходила каждый день в офис. И все наблюдали, что происходит со мной. То есть я была просто вот для всех, как бы, ну не знаю, подопытный кролик, что ли. Вот. И когда прошло некоторое время, у меня правый глаз очень быстро зажил, а вот с левым произошло непонятно. От брови до ресниц. У меня внутри, вот да, образовалась такая как веревочка, жгутик какой-то, с утолщением возле ресниц. И вот отсюда, из левого глаза, конечно, очень долго шел гной. Очень долго были какие-то, как вы знаете, крупа манная на реснице. Каждый день я оттуда вытаскиваю, промываю все. И вот это... Все, я приходила, и все трогали этот жгутик у меня, все смотрели, и Елена Петровна даже фотографировала это. Вот. Но сегодня вот уже у меня все прошло, да, и самое главное, 20 лет я была с тяжестью в глазах. Вот если кто-то знает, что такое тяжесть в глазах, это страшно, да, то пелена застилает, то как будто масло налили, то как будто песок насыпали, то резь, то... и постоянно, вот ни разу в жизни за 20 лет не было комфортного состояния глаз. Сегодня у меня комфортное состояние глаз, у меня даже в то время, когда вот это воспаление было, у меня было комфортное состояние глаз. Глаза мои не чувствовали вот той тяжести, не чувствовали тех вот этих неприятностей, которые вот были 20 лет. Ну, это вот этот вот результат. Капала буквально, вот вы знаете, я сейчас вам точно скажу, я 4 числа этого месяца начала капать капли для глаз. Ой, извините, октября, но сегодня 1 число, все понятно. Вот, то есть вот 4 числа я начала, а воспалился он у меня где-то буквально, может быть, дня через 3-4, вот так, да? 1-5 я капала, 1-5. И самое интересное, я же ходила тусоваться, я же слушала все, да? А Ирина Петровна каждый день рассказывает, и она до такой степени все рассказывает много. Но я не только Ирина Петровна, я весь Ютуб пересмотрела, и ваши все записи смотрела. И как-то Ирина Петровна на одной из презентаций говорит, вот есть такой код 2-22. Он убирает там какие-то симптомы, если эпилептические, если судороги и так далее и тому подобное. То есть убирает. Я про себя никому ничего не говоря. Купила, пошла 2.22, кстати, начала капать буквально тоже сразу, в одно и то же время. Это где-то, может 5 числа, вот, потому что сразу же. И вот это 2.22,
за вот этот период, я вам, вы знаете, вот есть болезни, о которых страшно говорить, есть болезни, о которых стесняешься говорить, да? Потому что, так, наверное, человек устроен. И у меня одна из таких болезней была, то есть это тремор головы, да, и тремор лица. Когда голова, мне часто спрашивали некоторые вот в офисе, почему у тебя голова шатается? Я не знала вначале даже, что она у меня шатается. То есть меня люди стали спрашивать, почему она шатается. Вот. Я лечилась, я была в госпитале в прошлом году, я лежала в госпитале, прошла курс терапии, да, но УЗИ не там был. И после вот этого, да, у меня появилась, даже голова, она как-то ее незаметна, вроде бы ничего, а вот когда появляется тремор лица, это вообще страшно. То есть ты понимаешь, ты видишь, ты говоришь что-то, ты сидишь за столом или ты сидишь с людьми рядом, да, у тебя начинается вдруг трястись подбородок, нижняя часть вот этого лица, это страшно. И ты знаешь, что у тебя трясется, и ты знаешь, кто-то скажет тебе, что с тобой, а кто-то промолчит просто из вежливости. И вот это вдруг у меня, значит, я начала капать вот это 2,22. Я вам хочу сказать, я пришла где-то неделю тому назад, да, я говорю, а вы знаете, у меня тремор прекратился. Я чувствую, у меня нет его. Давайте похлопаем. Вот. Вы понимаете, тремор, вот этот большой подбородок прекратился, губы, если вы, может, разговариваем, вы не замечаете. Если я в зеркало смотрю и начинаю губы свои красить и смотрю, у меня губы еще до сих пор трясутся, не ушло. А вот этот вот крупного тремора просто нет. Я... Спокойно. Это волнение и радость. Вы знаете, я благодарна компании, которая пришла на помощь таким людям, как мы, как я. И если это на самом деле вот такой флакончик, когда я говорю, вот флакончик, который стоит 4500, да, люди говорят, дорого, 4500, да, а вообще сколько стоит наше здоровье? Вы знаете, здоровье это бесценно. Вот. И сегодня у нас есть с вами возможность без химии, без отравления организма, вот, я предыдущая дама здесь говорила, да, у меня такая же история, как у нее в больнице я лежала, и лет 10 я пила продуктал, конкор, и все вместе взятое, да, я знаю, что это такое, я знаю, сколько это стоит, понимаете, вот это вот, купила 2 флакончика, 9000, и за 3 недели такой результат, вот и все. У нас сегодня есть гости из Тимиртау. Самый первый человек, который подписался после меня в Казахстане, был из Тимиртау. Это Галина Мутсенкова Сметанина. Добрый день. Я очень рада вообще присутствовать здесь. Вы знаете, действительно, когда у меня есть вот такие вагоны, вот не верится, вот капаешь под язык в воду. Когда я пришла к Елене Петровне, я пришла к вам, даже не знала об этом продукте. Я пришла к ней по другому вопросу. Я с ней познакомилась по скайпу. Сейчас весь бизнес интернет правильный. И когда я пришла, она как раз разговаривала по поводу слада, об этой продукции. Она мне рассказала, что это такое, что это биорегуляторы. Я сама по образованию химик, технолог биологически активных соединений. Я сразу за это ухватилась, взяла на себя продукцию, мне 66 лет. Естественно, уже все функции нарушены, да? Взяла для внуков, взяла продукцию для мужа. У него поставили диагноз аденома стрекловидной кишки, тоже страшно. Вот, и уехали мы в отпуск. Я там стала принимать, в отпуске мы были где-то 2 месяца. День утром закапываю, вечером забыла.
Вы знаете, что это у меня? Вот у меня болели, допустим, колени. Но тут какое-то вот неожиданно, раз, то в одном месте заболит колено. Вот невозможно согнуться. Потом, это самое, глаза. Какие-то тяжелые глаза, у меня тоже проблемы с глазами. Прошло 2 месяца, у меня вес был где-то 69 килограмм. Я домой приезжаю, мне говорят, ой, как ты похудела. Ладно, приехала сюда, опять взяла продукты. Но когда я пришла, я сразу поняла, что нужно первый брать, первый 21-й, и по этапу печень, почки, поджелудочная, щитовидка, потому что к этому возрасту, естественно, все было уже нарушено. Мы же стареем, как все организмы. Ну, как и любой механизм, мы биомеханизм. Вот. И после недельного приема я взяла очень много, я взяла еще лисички, добавила 23-й. Еще появился второй красный мухомор. Взяла и муху, очень много набрала. Что со мной стало твориться? У меня заболели колени, у меня заболела спина, ходить не могу, сидеть не могу. Вот эти суставы все болят. Температура подняла. И что делать? И вдруг у меня это самое такое вот интимное заболевание, я побежала к гинекологу. Она посмотрела меня к венерологу. А венеролог мне говорит, герпес, генитальный герпес. Я быстро в интернет, залезла в интернет, давай смотри, как это что делать. У меня еще оставались две пластинки, которые лекарства от вирусов немецкие. Я вот эти два. Где? Это 2 дня я пила, ну так, что было сказано, я все это делала. Но боли ужасные, никому этого не пожелаю. Вот, и потом у меня кончились, у меня, я здесь купила, смотрю, лекарства от вирусов на Алматинске. Но я понимаю, я работаю на работе сам, по образованию, поэтому понимаю, как оно делается. Я не стала рисковать. Я пила только нашу продукцию, буквально через неделю мне все это пришло. И вы знаете, у меня все боли прекратились, у меня ничего не болит, я сейчас прекрасно чувствую. Теперь по весу. Вот мы приехали, я думала, ну там я активно плавала, загорала. Здесь вот мы уже месяц все ем. И блины, и все это самое сладкое. У меня, во-первых, сахар восстановился, он был немножко повышен. Я сейчас ем виноград сколько хочу. Конфеты не тянет, но самое главное, тяги нет, к сладкому. Это раз. Вот вес держится, и поэтому я очень благодарна вот за себя, с мужем. У мужа вот у него, вот эта аденома была тоже, представьте, на железе. Ну, мы, конечно, боялись, потому что рак у нас очень многих. У меня рак 3-й степени, уже с онкологией, уже с метастазой. И мы делали операцию в Южной Корее, его спасли. Но мы заплатили около 20 тысяч долларов. А здесь мы когда стали пить вот эти противоанкологические препараты, там все это продукцию, плюс 19 добавили. 19 – это онкология. И вот все это мы пили, мы не жалели денег, потому что мы понимали, самое главное – это нам в нашем возрасте возобновлежать, по крайней мере, вот, здоровье наше. И врач вот у нас такой, наш врач, участковый врач, она не отставала. Ну иди ты сюда, и анализы, в онкологию поставили, направили. Потом Димитару пошел в онкологию. Потом его в Каравенке, когда пошел последний раз сдавать... ПСА. Ну вот это вот, ПСА. Раньше романоскопия. Ну что, не поверили? А этот врач говорит, что ты ко мне пришел с бардахой? В общем, это уже опухоль или что там, киста, она уже почти отпала. Он ее с выкинул, это предонкология, рак от прямой кишки была. Предонкология. Вот за 3 месяца. Да. Чистое тело, друзья мои. Очень большое. Создатели мы продукции. Вы понимаете, я давно сидели в вашем саже. Я очень много принимала ватов. Еще только разговор мне очень понравился. Очень много в других компаниях работал. И самое главное, что здесь я впервые стала зарабатывать. Вот что я хочу сказать. Если вы хотите покупать то, что вы хотите, работайте. Говорите, несите людям добро и здоровье. Спасибо. Значит, дорогие друзья, вот послушав то, что рассказали здесь, вот конкретно по глазам могу сказать.
это признание власти. То есть у человека полувозрела форма Христом, жила в веках длительное время. Там размножалась, и те белые шарики, которые выходили, это яйца глист. И в конечном итоге ту веточку, которую вы нащупали, это и был глист, который начал выходить просто из более глубоких подкожных слоев века, а потом полностью, извините меня, был уничтожен организм. А что я хочу ее привести пример? У меня я тоже веду прием, у меня ряд очень интересных примеров по применению нашей продукции. Молодой человек, 28 лет, эпилепсия. Серьезные приступы практически 2-3 раза в неделю. Могу сказать, вот наши препараты применялись, и применялась такая замечательная вещь, которая у нас дополнительно есть. Это корректор серотонинового рецептора. Кальян, который одевается на шеечку и носится. Так вот, что он дает? Здесь записан определенный информационный сигнал и три травы, которые стимулируют прежде всего выработку нашего собственного нейрогормона серотонина, а на основе его строятся все нейрогормоны мозга, и восстанавливаются забитые серотониновые рецепторы в нашем организме. То есть идет адекватный ответ на расслабление мышечных структур, улучшение кровообращения, улучшение состояния функциональной активности мозга, снижение агрессивности. На самом деле, вот эта продукция проверялась на московском ОМОНе во время разгона демонстрации и показала адекватность ведения милиционеров в любой ситуации, в какую бы они ни попадали. Так вот, я вам могу сказать, когда человек с эпилепсией делал эту вещь, через 2 дня все приступы прекратились. Давались ему первый номер, давался наш второй номер, это конкретно уже нервная ткань, давался 22 номер, Селикор 21. Еще раз супер. Первый, второй. 22 и 21. То есть результат, считайте, практически мгновенный. Другая ситуация, конкретная. Дедушка 86 лет. Очень сильное поднятие артериального давления в утренние часы. Это, как правило, функция коронадпочечников связана. Почки. Мы стали его лечить от этой проблемы. Проходит месяц, дедушка как-то подходит ко мне перед приемом, тихонечко на ушко говорит: Владимир Григорьевич, говорит, давление-то, говорит, вот потихонечку нормализуется. Но вы знаете, говорит, я 15 лет импотент. У меня потенция восстановилась. Понимаете? Ну что можно еще говорить? Другая ситуация. Молодой человек принес. Не надо, 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 не над